Станишевский мертв, вот же ублюдки. Простите, парни, но похоже, эта ночь еще не закончилась. Сообщаю, это выстрелы в Тайранском научном центре. Забавно, центр находится в том же здании, что и наша сторонняя лаборатория для судебной экспертизы. Кто бы все ни творил, он явно пытается уничтожить все улики, минувшие ночью. Но мы ему не позволим. Окей. Последний набор? Дай тебе последний набор. Меня, в принципе, все устроило. Пока мы не вошли. Да. Просто, что бы ты знал, иногда мы посылаем сюда улики для экспертизы и держим это место в секрете, даже в участке, но все о нем не знают. Но не все о нем не знают. Так что, возвращаясь к твоему вопросу, кто бы ни атаковал больницу, он уничтожает доказательства нападения на студии Primrose. Но ты сказал, почти никто не знает, что мы работаем с этой лабораторией. Если это так, то как они узнали, куда бить? Не знаю пока. Разберемся, когда здесь закончим. Стоять! Стоять, полиция! Офигеть, с одной пульки он меня убил. Камон, с одной пульки, чат. Да почему он, блин, я хочу начать нормально, можно нормально начать? Тишина на Твиче, потому что не смайт, ребят. Хорош. Куда ты побежал? Так. Серверную чекай. Понял. Брат, иди помоги мне. Тут что-то агрессивные ребята, слышь. Еще одна серверная? Три или две серверные? Стреляй в него. Хорошо. Идем, брат. Сначала коридор. Я же сказал сначала. Не на реакцию. Дело не в реакции, понимаешь? Дело в механике, она крайне сложна. Вот видишь, он стреляет мгновенно. Понимаешь? Он стреляет мгновенно. И это очень тяжело. Шотр, вот сейчас хорошо. Сейчас я правильно все сделал. Здесь нельзя сохраниться. Хорош, напарник. Да господи, да чё ж вы меня стреляете-то? В туалетах никого нет. Я все аптечки заюзал. Мне нравится музыка, кстати. Интересно, много осталось еще? Тут никого нет, что ли?
Так. Тихо, напугал меня, блин. Нет, смотри, они умные, они двигаются. Они движутся, они как бы... Блин, не умри, пожалуйста, в этот раз. Отходи, короче. Хорошо, хорошо. А ну иди, чекни, там есть кто-то? Блин, вот как бы его так? На пофиг застрелил. Реально на пофиг, чтобы миссию пройти. Офигеть просто. Гвен, ты в порядке? Да, да, спасибо, Рик. Я, мне было страшно, страшно, я даже... Все в порядке, теперь ты в безопасности, это самое главное. А теперь пойдем, я хочу спросить тебя кое о чем, пока не прибыла следственная группа. Хорошо. Итак, нападавшие сказали, что им нужно. Да, они сказали, все по делу Станишевского. Так я и знал. И они нашли что-нибудь? Да, они добрались до улик и, боюсь, все уничтожили. Мне так жаль. Все нормально, не то чтобы ты могла им помешать. Хотя, может, ты помнишь что-нибудь из тестов, что-нибудь способное помочь? Вообще-то да. Мы проверили образцы крови Кевина и нашли следы скополамина. Этот препарат напрямую влияет на нервную систему, если верить городским мифам, в общем, так можно полностью лишить человека свободы воли. Что? Ты серьезно? Когда ты это нашла? Почему сразу не сказала? Ну, но я говорила. Я отправила отчет почти неделю назад. Странно, впервые слышу. Слушай, оставим всю эту историю со скополамином между нами, хорошо? Тот, кто это сделал, явно хотел ее скрыть. И ему было плевать, сколько людей полежит в процессе. А пока просто береги себя, подкрепление скоро прибудет, они о тебе позаботятся. А нам с Джоном, нам всерьез нужно со всем этим разобраться. Жесть какая. Большой магазин. Зачем мне большой магазин? Расплата. Восьмая миссия. Из 18. Из 18. Офигеть. Надо еще хотя бы парочку пройти, чтобы половина была, правильно? Отличная работа. Мы справились с налетом на медицинский центр и спасли нашу лабораторию. И все за один день. Шеф хотел поговорить с вами обоими лично. Наверное, по поводу повышения, которое я ему всю плешь проел. Я знаете, что понял? Я понял то, что у них, короче, крот. У них крот вот в их всей системе в этой. И, возможно, это даже шеф. Понимаешь? Я не могу еще аптечку взять, нет? Наркотика, которым заставляет людей следовать чужим приказам? Кинорежиссер в роли суррогатного террориста? Чем дальше, тем странней. Почему ничего из этого не было в процессе? Но важнее другой вопрос. Если молчала пресса, почему вы рассказываете мне все это сейчас? Знаете, я молчал больше 15 лет. Думаю, пришло время кому-нибудь узнать всю эту историю. Полицейский участок, кабинет шефа. Наши тайные агенты наконец-то нашли зацепку по делу Станишевского. Похоже, за налет на центр Моргана ответственная колумбийская мафия, хотя бы отчасти. Я только что закончил оформлять бумаги, так что мы наконец можем их прижать и чувствительно. Их база захудалая казино 12 is better than X. Странное название, но что я в этом понимаю, деньги, говорят, приносят неплохие. Ну да ладно, езжайте в казино и найдите доказательства их причастности к минированию Prime Rose. Все там перевернули, поняли?
Сэр, я... Тут есть кое-что, о чем я хотел бы с вами поговорить, кое-что странное. Мы не можем терять ни минуты, офицер Джонс. Доберитесь до казино, прежде чем они скроют все улики, а потом поговорим. Давай, Вить, приятного. Черт, все это как-то странно. Думаю, придется говорить с ним позже. А что насчет повышения? Мне семьи прокормить надо. Эй, смотри с другой стороны. По крайней мере, нам регулярно подкидывают новое снаряжение. Голодный желудок им не накормишь, Рик. Ну что? Погнали? Аффирматив. Нужно все перевернуть, мне сказал шеф. Тихо-тихо. Так, в толчках по-любому кто-то может сидеть. Лучше я его застрелю, он за рабашом был. Стоять на месте. Туалеты зачистили. Хорошо. Этого арестовали. Ну я ел, только хрен знает, когда я ел. Даст. Ага. Тихо-тихо. Че, никого нет? Он один был здесь на всю эту площадь? Окей. Здесь тоже никого, брат. Пойдем со мной. Здорово, Егор. Так, давайте, знаете, что попробуем? Давай я попробую. Дымовая, светошумовая. Подойди сюда. Хорошо залетел. Да я не успевал перекусить перед стримом, ребят. Офигеть, он хотел нас все-таки застрелить, а я не мог к нему подойти. Просто. Здорово, Кеки. Здорово, брат. Не видел тебя миллион лет. Тихо. Там дверь открылась. Вы видели? Чекай, я прикрою. Смысл негатив, ты чего? Жесть, блин, ну вот один чувак какой-то. Я так хорошо начал. Окей. Давай, брат. Стоять, полиция. Смотри, прячется прямо в толчках. И сколько людей в туалетах спряталось, посмотри. Смотри, в каждом толчке, считай, был. В одном только не было никого. Жесткие они. Давай прочекаем. И где они? Ты не можешь там найти? Он там в дыму же остался один. Или он просто убежал? Они в туалет пошли, это артебист.
Блин, я сейчас чуть не откипел, вы видели? Вообще по-глупому. Ой, нет, отмени. Стоять. Долго двери так выбиваются, пипец. Здесь я, конечно, жестко зашел. Всех порешать пришлось. Давай прочекаем, что-то я очкую, там по-любому кто-то есть. Так. Пойдем, а то они здесь гуляют по этим, только так, на изичах вообще. Давай чекнем. А у кого есть засад, мышка? Ни у кого? Подожди, открывай. Если он там один был. Да, в смысле негатив, чекай. Заходим. Здесь больше никого нет, да? Он один был. Че, опять в толчке, что ли, засели? А ну иди чекни. Давай, больно. Носом разбил. У нас хп нет, ни у меня, ни у него. Очень плохо, на самом деле. Так. Ой, теперь самый очковый момент. Я куда-то не зашел. Ну что сюда? Пипец просто. Самое очковое вот это вот. Хорош, это был последний. Нормально. Но это несложная была миссия. Эй, Рик, посмотри. Это учетная книга. Это учетная книга из Harlow Chemical с химзавода на окраине города. Сегодня вечером они отправляют большой груз. И глянь, кто покупатель. Stone and Roberts. Сначала оружие и взрывчатка, теперь химия какая-то. К чему бы это? Не знаю, но вряд ли к добру. Заказ планируют скоро отправить. Нам нужно успеть на завод, пока они там. Граната-датчик. Нифига себе. Стрелочник, химический завод, чат. Ладно, простите, что втянул вас в эту историю с повышением. С другой стороны, теперь у вас есть зацепка. Можете втянуть действительно крупную рыбу. Рэй Морено, глава местной мафиозной банды. Мы уже много лет пытаемся до него добраться, но он все время ускользает. Надеюсь, на сей раз ничего слишком безумного не произойдет. А где новая? Где новинка моя? Цевьё, граната, датчик. Точнее, датчик движения размером с гранату, будучи заброшенным, сообщит о местоположении преступников. Здорово, мажинатор. Давай попробуем. Светошумовую обязательно. Обязательно аптечку и обязательно цевьё. Братану возьмем обязательно этот бароскоп. Дымовую. Пластит. И тоже цевьё. Понял. Неудачное начало. Закрой.
Тихо. Убить он хотел, ля. Хорош. Тянулся. Ну, мне нравится, слушай, мне нравится. Блин, не успел я, блин, чуть-чуть. Никого не было, да? Один, один тот, один. Но это не клон Hotline Miami, это более тактическая игра. Она гораздо круче выглядит. Здесь прям по тактике нужно отрабатывать. Здесь есть всякие штуки, типа, ну, всякие примочки там и все такое, чего нет в Hotline Miami. Но реакция нужна просто безумная. Ты бы видел, сколько раз я умер здесь, это просто ужас. Ага, пистолет у тебя был, да, братан? Мне очень нравится игра, правда. Давай ты, брат, зайдешь теперь. Я сам своего же этого убил. Давайте посмотрим, что будет, если я дойду все-таки без него. Блин, ну я его случайно пристрелил. Ладно. Не в того выстрелил. Да блин! Ну правда, случайно грохнул и в Hotline Miami, видишь? О, Hotline Miami нужно было всех убить просто. А здесь типа я их должен захватить. Чем больше я захвачу, тем будет как бы больше экспириенс, так сказать. Так, иди прикрываем. Блять. Взял гражданского, завалил. Иди, брат, пластид закладывай. А он может случайно меня убить? Блин, я бы мог его спасти, кстати. Ну, точнее, задержать. Он же давай сорвал. Он, прикинь, как обрадовался. Такой, поли... Гражданский с пистолетом. Он, прикинь, как подумал такой, скажет. Скажет такой, да, полиция, ура. Ой-ой-ой, подожди, не то выбрал. Где моя аптечка? Идем, брат. А ну-ка, чек. На место, быстро, я сказал. А, ну этот завод мы зачистили на изичах тоже. Легко, легко зачистили при этом. Вы, придурки, какого черта вы здесь делаете? А не ясно? Мы пришли арестовать тебя, тупица. На каком основании? У Harlow Chemicals абсолютно легальный бизнес, проверьте бумаги. Слушай, мне нужна только одна бумага, ордер с твоим именем. И так уж случилось, что он у меня есть. Чего? Ордер? Это должна быть какая-то ошибка. Слушайте, я думаю, у нас с полицией есть взаимопонимание. Вы не вмешивайтесь в колумбийские дела, мы в свою очередь доставляем оборудование. Оборудование? Ты о чем вообще? О том, что я... Рик, его голова. Это что, лазерный прицел? Что?
Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня. Где же ваши защите служить? В смысле, копам же полагается быть хорошим, верно? Ложись на землю, быстро! Патроны Магнум. Допрос. Я просто не могу поверить. Отчеты ужасают. Не важно, что вы там думаете. Пока расследование не закончится, лучше бы вам взять отпуск. Будем надеяться, вся эта история утихнет раньше, а не позже, если никто не раздует из мухи слона. Думаю, с повышением придется подождать. Но вы оба определенно заслужили перерыв. Офигеть. Да-да-да, полдня. Согласен. Полдня никак не реагировал. То есть, кто-то застрелил Морена как раз тогда, когда вы с Джоном его брали? Просто безумие, почему это скрыли? Я помню, репортеры говорили, что вы его застрелили за тем неповиновение. Вас же из-за этого инцидента еще долго поливали грязью. Ох, это можете мне не рассказывать. Помню, по телеку тогда много говорили о психическом здоровье полицейских. Я бы мне, как образцовом примере слетевшего с катушек копа. А я по сей день знаю, кто же застрелил Рэя Морена, но эксперты достали из него пулю того же калибра, что и мой пистолет. А это значит только одно, все было подстроено. Тогда я этого не знал, но было ощущение, что что-то пошло сильно не так. Что-то, чего я просто не мог взять в толк, или мог, но не захотел. Дзинь-дзинь-дзинь. О, это я на хате. А чё я формен в хате хожу? Эй, Рик, ты как там, держишься? Знаешь, я уже несколько дней бодаюсь с шефом, но всю эту ситуацию с Рэем Мореном пустили на самотек. Как будто они нарочно ничего не делают, понимаешь? Недоумеваю, если честно. Ладно, не все же плохие новости, ты слышал? Арестован гендиректор Стоун энд Робертс, Ласс Робертс. Видимо, документы, которые мы нашли в казино, оказались интереснее, чем мы думали. Ларс отправляется в тюрьму, то есть что-то хорошее из всего этого вышло. Джон? Наконец-то ты что-то сказал. Я думал, ты отключился рядом с телефоном или типа того. Джон, нам нужно говорить с Робертсом как можно скорее. Можешь за мной заехать? Съездим в тюрьму округа Салливан и встретимся с ним вместе. Хорошо, никаких проблем. Я буду через несколько минут. Только не забудь надеть свою самую чистую форму. И, может, примешь душ? Ты сидишь дома уже несколько дней и, боюсь, об заклад пахнешь помойкой. Может быть, ты и прав. Хорошо, у вас есть 5 минут с Робертсом, а не секунды больше. Поняли? Следуйте за мной. Уж не Рик ли этот Джон, старый ты сукин сын? Можно сказать, что этот парень готовился. Он молчал почти все время нашей встречи, что бы мы ни делали. И когда мы уже потеряли надежду... Мы нашли C4 вашей маркировкой на обычном складе. Кому вы его продали? Он не заговорит, Рик. Пойдем отсюда. Последний раз спрашиваю, где... Остановите Стоуна. Что? Стоун или Стоун. Мой бизнес-партнер, найдите его. Пока не случилось что-нибудь похуже. Например, увидите.